Арт-объект «Рост камней» высотой в пятиэтажный дом установят в квартале Зилард. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Как сообщили в пресс-службе застройщика проекта группы ЛСР, решение одобрено комиссией по монументальному искусству Мосгордумы. Отмечается, что это крупнейший в мире арт-объект из серии «Rock Grows» – «Рост камней». Его высота около 20 метров, вес 11,5 тонн. Автор арт-объекта – французский художник Арик Леви. Предполагается, что скульптура будет привлекать внимание туристов. На этом у меня все. Следите за новостями столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!